Но Беллинги никого не оставляют равнодушными. Good game, пишет браток. И это 1-0 в пользу Димаги. Как же там у Фраера-то дела? Давайте посмотрим, как он провел матч. Главное, чтобы бага не было. Поражение. Он проиграл цитоплазму. В том матче проиграл цитоплазму. Так, так. Ну, удачи ему во второй игре. Да не, он не должен. Не-не-не. Да там нелепо было. Начало кривое. Все отдал. Там и Зил это что-то не прочитал по количеству собак, что это мувленные псы с агрессией. Какая еще агрессия может быть, кроме беллингов на том этапе? Так бы сразу можно было стенку ставить, рабочих увести. Да и то он вывел-то 50 на 50. Отбился. По рабочим одинаково. Зря, конечно, не пошел давить дальше, потому что цитоплазм начал халявить. А у Фраера уже плюс один был. Там Роуч Ворона не было. Короче, можно было, наверное, зилками, с энтриями, сталкерами справиться с собаками-беллингами. Обновим комментарии. Макер, ты переоцениваешь и уровень игры Vampire, хоть и кореец, но игрок не очень высокого уровня. Не имеет никаких внушительных достижений в Корее вообще. Он, кажется, новый игрок. А, ну, например, Фраер выиграл Пуму 2-0, а Вампиру одну карту отдал. Премиум залагал 35 минут. Так, дропов от меня нет. Да, только что премиум отвалился и запустился. Дропов нет от меня. Нет. Хотя, может быть, был реконнект просто от меня. Да-да-да, премиум отвалился от меня. Это мой интернет, скорее всего. Да, мало, видите, кадров энкодинг. 4500. Кстати, как у нас по свободному месту? Есть? Вроде есть. 65-85 гигов. Не должно быть траблов с этим связанных. Счет 0-1. Все верно, в пользу Димаги. Для тех, кто недавно присоединился, во-первых, привет большой. Несмотря на то, что вы пришли поздно, впереди еще много-много матчей. Потому что сегодня они должны доиграть третью групповую стадию. Начали они с утра, где-то с 12:00. А, нет, неправильно. Вторую групповую они начали где-то в 20:00. То есть первую часть третьей групповой стадии. В 20:00 начали и заканчивают, соответственно, вот сейчас. 3 часа. Короче, еще столько же. Еще 3 часа игр. С участием Сливки, Ленивки, Вайтры, Титана, Рета, Стефана, Тарзана, Нерчо, в общем, Рета, Хиро, Сейса. Короче, там будем голосовать и выбирать интересный матч. Сейчас пока, кстати, план сработал по голосованиям. То, что хотели посмотреть, то и посмотрели. Три матча плюс еще два в паузу. Так что, думаю, большинство должно быть довольно. Сидеть и улыбаться. Заулыбались, браток играет фаст ЦЦ. Просто первый ЦЦ. Халявят и радуются оба.
Репки с Дримхака вряд ли удастся скачать откуда-то, потому что большая часть карт специфичных, и реплеи сохранять нельзя в них. Ну, просто физически в StarCraft не сохраняются они. Вот, поэтому... Только воды. С другой стороны, воды аспирант выкладывает, по крайней мере, наши очень оперативно. Тем более, что на Джастине вообще вы можете найти записи, они целиком появляются. А у нас режутся и выкладываются самые интересные. За вчера все записи интересные были выложены. За сегодня, кажется, все было выложено со второго группового этапа. В общем, найти бы время только, чтобы это посмотреть, потому что стрим долго идет. И еще когда-то нужно ночью, что ли, их смотреть? Непонятно. Ну, скорее всего, во вторник, в среду рекомендую вам пересмотреть те матчи, которые пропустили. Особенно с большим количеством комментариев и просмотров, так, по приоритету. Потому что, как правило, они адекватно распределяются. И будет у вас на полнедели чем заняться. По Старкрафту. Я буду спокойно фармить гоблина. Ну что ж, Димага ответил очень быстро третьей хатой. Паша выходит также в Гиллионов после ЦЦ. И прогноз на ближайшие 5 минут не будет вообще никакого экшена. Вообще никакого. Там много комментариев новых появилось. Может, имеет смысл повыбирать и сказать, когда остальные четыре группы сразу после вот этих вот четырех. Да, если Снорокса будут тренироваться и в следующий аддон, и в следующий аддон. ЛЗ, не знаю, как с Нанивой сыграл, но у них там счет должен быть 1-1. А, нет. Он же 2-0 выиграл на Ниву. Мы же вторую игру досматривали. За 2-3 минуты, как фраер отбился, пишет Псилай. Чат взорвался. Фу, типа Нубас, фейспалм, бронза. Фраер отбивается. Молодец, красавчик, доезжишь. Причем, если посмотреть, очень много людей говорило и то, и другое. Ну, одинаковых людей. Эх, бронза. Да. Он не выиграл, он проиграл первую. Сейчас играет вторую. Ну, он отбился, но это не помогло ему дальше. Судя по всему, я не знаю, что там было дальше. Мы вышли и смотрели братка с Димагой. Опачки, здравствуйте. И тут браток решил, что хватит халявить, что Майкер не прав, что должна быть движуха в течение ближайших 5 минут. И решает по стариночке с двух баз, с мародерами под стимпаком и гиллионами пробрить Димагу. Классный агрессивный выход. Интересное сочетание. Мародеры, которые контрят под стимпаком Роучи, врываются в плетки, танкуют собак, учитывая базовый армор. И гиллионы, которые выжигают псов, нивелируют, естественно, рабов. Главное, это все не спалить. Сидеть дома, копиться и улыбаться. Ну, естественно, если Димага также будет играть, как в прошлый раз, то есть, вот как сейчас, 0 боевых юнитов. И до 80 рабов ввести. Ух. Два эволюшена, грейды массовые, да. То за милую душу просто прокатит. Пробреет. Паша. Ну здорово, здорово, что он решил обострить. Это хорошо. Правильно, так и надо. Чего в долгую играть, если знаешь, что человек халявит. Особенно, когда у него же эта заготовочка... То есть он ее очень долго практиковал. Все, выходит, выходит, Паша. Под стимпак, под щиты, под плюс один. И что, 26 собак? Грейда 1-1, Бейлинг Нест. Роуч Ворона нет. Что делать? Вообще никак не отбивается эта тема. Казалось бы. Да 30 псов не помогут. Танкующие мародеры и 6-8 гиллионов сзади. Вот они 6 и еще парочка, да? Нет, 6. Квины, квины, так. Стимпак пошел. Все, Гелион сзади. Забегает, пытается. Да, мародеры танкуют. Блин, и отбивается Димага. Чертяк, как ему удается? Не, не отбивается пока что.
Квины молодцы, очень хорошо помогают. Стимпак, но уже от следующей волны, с следующей волной Паша сделать ничего не сможет. Беда, все-таки это 2-0. Ах, как так? Казалось бы, просто собаками дешево отбился. Без грейдов, без бейлингов, без роучей. Вот и прогнозируй. И очень часто прогнозы мои не сбываются. И происходит с точностью наоборот. Тут точно никак не выиграть. Помню, говорю. Потом оказывается, что все, это ГГ в обратную сторону. Стимпак, под медваками, стеночка. Хоп, зажали собак. Еще псы. Конечно, не все потеряно, но вообще все потеряно. Для того, чтобы понять, что все потеряно, нужно взглянуть на лимиты, на количество ресурсов димаги. И все. Тут у Паши и с грейдами проблемы, и с экономикой проблемы, и сиджа нет. В общем, беда на беде. Ха-ха, димага еще будет врываться. Бейлингов завернул. А Паша ушел с двумя дропами. А-а-а! Взрываются саплай, врываются собаки. Рабочие уходят. Ноу! Бах! Огромное количество КСМ взрывается бейлингами. Но отбивается Паша. Сколько взорвал? 12 штук. Огромные, прям-таки огромные. Так. Отбился от дропа димага. 75 лимита на 127. О, фраер доиграл. Ой, напишите быстро в чате, кто может проверить, фраер как сыграл 1-1 или 2-0 проиграл. Потому что если 1-1, можно просто выйти из игры димаги братка. Ну, потому что в этой браток точно проиграет. Ну, точно. И посмотреть решающую фраера с цитоплазмом. ЛЗ слил кину 2-0. 2-1 проиграл, 2-0 проиграл. Так. Да нет, у него все равно хорошая статистика. Естественно. ЛЗ слил кину, это последний матч у ЛЗ. Насколько понимаю, пора там подводить уже итоги. Короче, мы спокойно досматриваем димагу братка. Тут хаос просто творится. Бейлинги снова закатываются в рабов. Взрывают, собаки грызут, кто-то тут, кто-то наверх, кто-то вниз. Ой, наверху взрывают. Большое количество КСМок и мулов, как по рабам. 61 на 21. Да. Паша старается, делает дропы. Самые неожиданные места. Но, к сожалению, нужно еще отбиваться самому. Мародер с 15 килсами. Стреляет сверху по собакам. Давай, мочи их. А лимит-то одинаковый. Ну, то есть, такой же, как и был раньше. Ой-ой-ой, Мариков, Мариков. Собаки втекают в морпехов. Сгрызают. Собаки 2-2, Марики 1-1. Хоть и под медва... Хотя позиция сейчас была плохая. Да, там далеко не все собаки атаковали. Но сейчас, если Марики и Мародер будут 2-2, если сделать дроп сюда, дроп туда и поставить третью, поставить бункер, сделать стеночку, отбиться, димага два раза наломится, отдастся, и лимит сравняется, и все ок. Гипотетически все возможно. Фраер в игре. Ну, у него вроде игры уже закончились. Фраер, фраер, фраер. Да, он скорее играет сейчас уже просто либо ладдер, либо кастом. Так что не будем отвлекаться. О, дропчик, дропчик на экспанд. На экспанде никого нет. Рабочие сразу валят. Стимпак. Минус 2 или 3 дрона. Хорошо заводит мариков за минералы. Не хватит собак, естественно, для того, чтобы это все законтрить. Нычка не добывает. Паша-то со своими дропами. Может еще игру изменить.
вспоминается Билайн Кап, и когда Камолов спрашивал, там интервью было небольшое, он задавал вопрос братку, точнее, общался с одним из зрителей, спрашивал, чем тебе нравится браток? Вот, тот ответил, он мне нравится из... А, как-то... За глаза и дропы, вот. Вот. И Камолов сказал, что вроде, ну, за глаза-то понятно, смотрит на него и говорит, тут я могу понять, а что такое дропы? Я даже боюсь подходить к нему. Да, дропы братка — это притча о языцах, конечно. Забегают Марики и дроп на четвертую базу от Паши, и он сбривает большую часть рабов справа и убивает Беллингов слева. Тут еще море-море просто Беллингов. Сколько у Димаги Беллингов? Юнитс 29. Не так уж и много. Паша продолжает терроризировать просто экономику. Улетай. Все. Развел, улетел, передропнулся. Хорош. Сейчас, правда, все равно сдохнет. Но это же все равно в плюс. Оп. Улетел. Микос не накинули. Ничего не сделать. Так, 3-3 грейды, первый грейд на технику, у Димаги тоже 3-3. Паша продолжает делать дропы, ну, тем медвакам, который спас чудом. Вот здесь его уже доедает. Тем не менее, он успевает убить там пару рабов. Идет выход от братка, 120 лимит на 160, танки не успевают разложиться, очень много беллингов, хотя нет, успевают разложиться. Димага решает отступить по добру, по здорову. Занимает Паша четвертую базу. Важный момент. Очень важный. Планетарочка. Аккуратненько. Сидим, терпим. А вот Димага может и... Ой-ой-ой, какое количество инфесторов заметит. Ой, как видит. Как видит. Что это было за... Это был свет наперед, который заметил. И минус 8 инфесторов с маной. В это время забегают просто марики на неприкрытую базу. Снова рабочие эвакуируются. Минус 3 раба. Морпехи побежали там, встретили Квину, Стимпак. Не успела она сделать инъекцию. И Димага решает, что он решает. Он не знает, куда идти. То ли отбиваться там, то ли... Можно минус хату вообще сделать. Паша красавчик. Минус хэтчери. И в это время шатает, убивает хату справа. Как разводит браток, просто с ума сойти. А Димага только и делает, что бегает из одной части в другую, он не понимает, что ему. Просто чит. Чит? Чит. Все, четвертая база поставлена, либо Димага сейчас просто вот врывается по красоте и все убивает к чертям, либо он с тремя базами против четырех остается. Да, у него есть бабло, но... Никогда нельзя сдаваться. Я бы тоже со своим прогнозом, если к фраеру в третий решающий ушел бы, пролетел бы. Я возненавидел бы уйма людей. Потому что ближайшие, ну, после этого долго пытался выяснить, каким образом вообще Паша мог из той ситуации выиграть. А сейчас шансы довольно велики. Собаки забегают, но здесь, извините, планетарочка. Да-да-да. Ее даже, ну, грызть-то можно, если будут беллинги. Ой-ой-ой, беллинги врезаются, Паша не чинит. Чини, Паша, чини, как никогда не чинил. И вычинивает. Планетарка настреляла 30... 29 беллингов. Никто не пострадал в результате этой атаки. Кроме собак, естественно. Среди мирного населения потерь нет. И снова еще больше собак забегают на эту базу. На этот раз, естественно, взорвут планетарочку. Съедят рабов, пробреют дальше. А что делать-то, Паша? Нужно как-то отбиваться. Уводит рабов. Ой, как все полетело. Это нужно давить, нужно в размен идти вообще. Здесь стенку закрывать, танки раскладывать. Да-да-да-да-да. Сейчас... Стенку закрыл, танки разложил. Все, пусть Димага возвращается. А ты типа тут на Микозе отдаешься, да? Зато слева убил еще нычку. Справа был тоже какой-то дроп. И нападает Димага. Неразложенные танки. Беллинги врезаются, убивают собаки.
Да, в плюс разменивается Димага, хотя есть Марики, которые могут убить последнюю добывающую базу Димаги. Третья нычка больше нету. Тыкни в хату, тыкни. Нет, он предпочел убить несколько собак. Ну, точнее, не предпочел, он просто забил уже, понял, что ничего не светит, хотя реально мог убить эту нычку. Это было бы просто шикарно, потому что здесь минеральные поля заканчиваются, здесь голяк, тут тоже голяк. Здорово. Не устаю удивляться такой настойчивости Паши. Он окопался у себя на третьей. Делает бункер, разложены танки. Все хорошо. Туреточка. Слоны. Слоны идут. Грейды 3-2. Хитинового нет. Зря нападает до Хитинового. Не пройти, не проехать. Страдает при этом один слон. Паше нужно сейчас дропчик сделать. Дропчик на третью. Паша? Да, дропчик. Пошел. Отлично. Правда, биты какой-то взял. Задача вот эту вот хату забрить. Ну, это самое просто важное. Конечно, хочется и вот сюда вроде как прийти, и вниз забежать, но реальнее всего дропом просто сбрить вот эту вот нычку. Там стимпак и несколько секунд. Да, но Паша делает дроп на четвертую недоделанную. Она уже шестая, по сути, получается. Сюда тут же прибегают собаки. Паша пытается развести, но собаки успевают окружить половину морпехов. Улетает дроп. Паша выходит тем временем. 117 лимита на 170. Ну ты смельчак. Ой, а здесь-то можно. Можно, 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 можно. Смотри, какая хата красивая. Убивает снизу хату. Мариками забегает. Здесь Микос и не успеет. Он не бил, мог убить. Марики сбегают, убегают от слонов, но толку нет. Вырезают через shift, кстати, он стрелял по рабам. Пощелкал рабочих. Но недобитая база и две новые. Сложно будет Паше. Хотя наламывается сейчас довольно странно Димага. А, у него есть хитиновые, слонов очень сложно пробить. У танков нет прикрытия, и это последняя атака. Безусловно. Да, теперь уже безусловно танки здесь разложатся. Ультралисков убивать некому. GG, ВП и Димага со счетом 2-0 обыгрывает братка. Но никакого расстройства на самом деле нет, потому что оба выходят из тоже непростой группы. Димага на первом, браток на втором. Но сражался браток как лев. Посмотрите на ресурсы. Насколько браток был стеснен в средствах. И тем не менее сражался до последнего. Молодец. Молодец. Сейчас мы разберемся с остальными, то есть ЛЗ и Фраер, как у них...